Здравствуйте, мои любименькие, я снова с вами. И тема сегодняшнего видео, сегодняшнего Тософи, это производство духовного развития, развитие в целом, либо переход на новый уровень. Значит, несколько человек мне написало и в личку, и в комментариях, и на Инстаграм, что после того, как они загадали 11, практику 11 дней изобилия, стали происходить не совсем позитивные вещи. То есть в первый день, или в третий день, или в шестой день, как их в их 11 дней изобилия, они стали видеть какие-то разрушения вокруг себя. Сразу хочу вам сказать, что это полностью нормально. Когда перестраивается наша реальность, чтобы ей перестроиться и подстроиться на новую волну, которую вы хотите перейти, какой являлась ваша жизнь, те вещи, которые не служили вам, эти вещи начнут постепенно уходить из вашей жизни. Либо они каким-то, знаете, какой-то аварией уйдут из вашей жизни, либо какими-то, как нам кажется, негативными событиями. Но все, что нам не служит, начнет постепенно, по-всячески просто уходить. Не волнуйтесь, не переживайтесь, просто доверьтесь этому процессу. Это вполне нормально. Каждый раз, когда мы переходим на новый уровень, когда наша вибрация или энергетика повышается, вещи, которые ей не соответствуют, обстоятельства, которые ей не соответствуют, или люди, друзья или еще кто-то, которые не соответствуют этой нашей новой версии, будут исчезать по-всячески из вашей жизни. Ваше окружение может поменяться, оно может поменяться либо постепенно, естественным путем, либо резко. Но вы можете заметить такую вещь. Когда вы повышаетесь на новый уровень, когда вы переходите на новый уровень, к производству вашего желания, вашего намерения, люди, которые, например, находятся в вашем окружении, они начнут это замечать, они не могут понять, что они замечают. И если это менее осознанные люди, очень часто вы начнете их раздражать. Вы начнете их бесить, раздражать. Они не будут понимать, почему это происходит. Но вы начнете их переходом на эту новую волну, вы начнете просто их бесить. Это не обязательно, что так случится, но это может произойти. Поэтому будьте готовы к тем вещам, что ваша предыдущая жизнь может либо полностью разрушиться, если она совершенно не соответствует вашему новому уровню, либо постепенно и по частям. Все зависит от того, на какой стадии жизни вы находитесь. Много лет назад, когда я стала переходить прям на очень-очень резко на другой уровень, мне тогда на тот момент было 29 лет, все произошло мгновенно. Очень быстро. Этой историей я делилась с вами в одном из моих предыдущих видео. Я скажу вам такую вещь. Я, наверное, 6 месяцев провела просто в депрессии. Мне было так плохо. Конечно же, я не понимала, что со мной происходит. Вся реальность, которую я знала, весь мир, во что я верила, просто начал резко рушиться. И это, конечно же, когда мы живем по определенным понятиям, по определенным убеждениям, и когда все это как-то рушится на ваших глазах, вы можете впасть в депрессию, люди начнут уходить из вашей жизни, но не волнуйтесь, потому что новые события, новые друзья, новое все придет в вашу жизнь. Я вам это гарантирую. Просто доверьтесь процессу. Доверьтесь процессу и будьте готовы отпустить. Не держитесь за те вещи, которые вам больше не нужны. Не задавайтесь вопросом, а почему это происходит в моей жизни. Будьте благодарны за все, что происходит. Доверьтесь процессу. Просто говорите себе, что мой мир всегда заботится обо мне. Я доверяюсь процессу. Я доверяю всему то, что со мной происходит. И будьте благодарны. Не нойте. Не говорите, а почему? А почему все это свалилось мне на голову? Потому что вы развиваетесь. Мы приходим в этот мир развиваться. Конечно же, вы можете болезненно развиваться. Болезненно, значит, держаться за прошлое, не отпускать. Вот пытаться там сохранить ту дружбу, например, которую вам там 20 лет вы дружили. Не надо этого делать. Не надо, потому что если это вам не служит, отпускайте.
чем больше вы будете отпускать, тем больше вы будете течь по течению, принимать вещи такими, какие они есть. И тогда вы быстрее перестроитесь на этот новый уровень. Если будете держаться за прошлое, жить в прошлых отношениях, жить в прошлой дружбе, жить в прошлых обидах, ситуациях, то вы очень болезненно и медленно будете переходить на этот новый уровень. Поэтому, если вы желаете улучшения качества жизни, если вы желаете еще больше изобилия в вашей жизни, отпускайте все. Все как есть, пусть это разрушается, просто отпускайте и доверяйтесь этому процессу. На сегодняшний это все, мои дорогие. Я, конечно же, буду принимать больше ваших вопросов в своем Instagram. Я сделала опросник пару недель назад. Тогда вы можете зайти и почитать в разделе «Болтософия» или «Болтософия 2». Там просто огромное количество вопросов, на которые я очень люблю вам отвечать. А на сегодняшний день это все. Так что не переживайте, доверяйтесь процессу, развивайтесь, переходите на новый уровень и отпускайте все, что вам больше не служит. И тогда больше нового и замечательного придет в вашу жизнь. Спасибо вам за ваше время и просмотр. Пока-пока.